В межмуниципальное управление МВД России Одинцовская на день открытых дверей были приглашены учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений Одинцовского района. Интерес нашей молодежи к работе правоохранительных органов весьма велик. Зал совещаний был буквально заполнен желающими поступить на службу в полицию. В мероприятии приняли участие помощник начальника межмуниципального управления, начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Дмитрий Щебуняев, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, майор полиции Сергей Такий, следователь, капитан юстиции Анастасия Степнова и инспекторы отдела по работе с личным составом. Дмитрий Щебуняев вкратце ознакомил ребят с ведомственными службами, уголовным розыском, следствием и рассказал о правилах и требованиях, предъявляемых при поступлении в высшее учебное заведение МВД России, социальном обеспечении курсантов и дальнейшем трудоустройстве в органы внутренних дел. Сергей Такий поделился информацией о специфике и особенностях его работы, которые требуют немало сил. Ну, это в первую очередь должны быть физически развитые люди. Умственные, физически развитые. Сами прекрасно знаете, недавно мы перешли из милиции в полицию, и у нас проходила плановая аттестация, многие сотрудники ушли, которые не подходили уже непосредственно под те новые требования жизни и работы у нас. Сейчас работают сотрудники уголовного розыска у нас более-менее компетентны. Можно сказать, больше в свою очередь профессионалы. Но проблема в том, что у нас нехватка кадров, как и везде. Вот. И почему мы надеемся на вас, на молодое поколение, которое будет приходить в нашу службу. Работа следователя довольно интересная и важная, отметила капитан юстиции Анастасия Степнова. Она говорила с учащимися о своем опыте поступления и обучения. Построение в учебном заведении МВД России начинается уже в 7 часов утра. При этом, по словам следователя, о привычной студенческой жизни можно сразу забыть. Один месяц курса молодого бойца, где вам мало преподают каких-то теорий там, правовых наук, вы бегаете в берцах, в полевой форме, с автоматами на спине, соответственно, по полям и лесам, и вот вам еще один шанс все-таки убедиться в правильности своего выбора. Далее мероприятие продолжилось экскурсией по управлению. Познакомились с экспозицией об истории Одинцовской полиции. Ребятам рассказали и о работе экспертно-криминалистического отдела. Эксперты показали свой рабочий чемоданчик. Я в который раз подтвердился, что служба в наших внутренних силовых структурах – это очень важная и, безусловно, продуктивная вещь. Мероприятие всем понравилось. Ребята узнали для себя много нового и интересного о деятельности полиции. И, возможно, именно этот день поможет им определиться с выбором дальнейшего жизненного пути. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».